здорово! Вы нормальная. Нормально, я говорю вам. Приветствую. Привет. Мы играем сегодня в Нилом 2. По большому счету тут тоже такой спуск, да, ни о чем. То есть мы могли здесь подняться, и было бы то же самое. Как вы помните, мы подарили... Короче, я буду Нил-Нил играть, потому что я такой серьезный. А внизу моноколесо. А моноколесо — это пупа. Моноколесо — это пупа. Давайте я вам все быстро расскажу, что мы сделаем в этой серии. Во-первых, мы должны пойти по-быстренькому, пойти этап, если получится. Потому что никак не получится. Если получится. Но не... Но не получится. Нам дадут в этой серии кучу люлей, и мы можем дойти до босса, если, конечно, нам люлей не дадут. Больших. А вот теперь надо валить. Беги. Это самый ненавистный противник. Нет, он просто самый читерский. У него есть одна фишка. Он подпрыгивает и разжигает себя чуток. И чтобы все выходили побыстрее, поставьте лайк. Смотри, ко мне пошел. Да ладно. Прям к тебе спрыгнет. Прям к тебе спрыгнет. Да. А я пошел от него. Это вы что, будете в карусель играть? Карусель, все мы карусель. Самый лучший карусель. Тихо. Но у него есть одна фишка. Он заскриптован на одно и то же место. Поэтому можно немножко рассчитать. Да, его я убил. Ну и по большому счету все. Сейчас будет босс. Вот что-то слишком быстро мы дошли до босса. Но он тут типа считается промежуточным. Он такой ни хрена себе не промежуточный. Мужик с копьем очень быстрый. Выносливости на него нужно просто килограмм. Килограмм чего? Килограмм кило? О, кстати, я тут эту штуку не брал. Забыл. Он уже поджигатель. Под тобой огонь, что ли, вот эти вслед? Босс мы открыли боковой проход. Где босс? Босс? Да. Босс наверху. На крыше, как в Шреддер, да? Блин, я так не хочу к нему идти. Я его вообще не перевариваю, просто. Что-то вначале не мог к нему пойти. В каком смысле? А зачем? Воин скелет. Для того, чтобы к нему пройти, нужно на втором этаже убрать моноколеса. Ты убрал его? Нет, еще. Нам еще до босса. От Агаси Сатануна. Пушка Еро. Короче, скажем, наши новенькие кланы. Короче, должны убить, во-первых, моноколесо найти. Вот и знаю видео. В большой попе. Нам дадут новых ключей, и, может быть, мы дойдем до босса. Прям дойдем в этой серии до него, прям, да? Так а он на втором этаже, что доходить-то? Вот тут лестница одна, спускаешься, и все. Меня вот смущает факт того, что нету синих могилок. То есть никто не играет, что ли, или что, я не понимаю. Или кто-то не дошел. Или у нас интернет отключился. Я смотрел гида Уна, да, и он до этого Уни не прошел по видео. Ну, а мы прошли. И что ты хочешь сказать? Да ничего. Ты хочешь сказать, что он... Хочу сказать, что если нету помощника, будет тяжко. Вот что это за невидимая стена? Ну, это недоработки дизайна. Вот, кстати, лестница сверху, мы ее не спустили. А не спустили ее мы потому что мы не убили колесо. Моноколесо. Супер колесо. Моноколесо крепко не смахаешь. Да. У меня была идея для заставки нашего программы. Это
Это мы будем играть в начале серии Нио, но мы не будем говорить, и там будет музыка Карусель. Но мне кажется, нас не простят за это. Что нас Карусель убьет за это. Видимо, дальше. Ох, колесо. Блин, его понимаешь, оно неудобное. Тут несколько противников сразу. Во-первых, здесь господин скелет. Это первая очередь. Во-вторых, здесь товарищ, который на одной ноге прыгает. Это прям вообще просто. Одноглазик. Одноглазый ушлепан, который бесит. Во-первых, что он похож из Мегамена. Просто душу за него не дают. Просто он у меня смущает, почему? Сильно, я же тебе говорю, мое колесо. Почему огонь похож на баклажа? Почему? Ничего не похож. Ну вот, наверху, когда ты горишь, там символ баклажана нарисован. Так, тихо. Сейчас мы будем серьезные. Дело в том, что это чертов колесо, оно дерется в огне. И оно толкает тебя в огонь. И у тебя все... Да, она сама создает огонь. Да, и она, короче говоря, делает так, что тебе неудобно с ней биться. Она делает так, что... Ну, вот короче... Вот этот по-по-по. Где она? А где у нее голова? А вот я хочу сделать. А мне кажется, что музыку просто вчера привлекала, и разработчики просто ее... На видео сняли, и вот и пчела поет. Все, послушайте. Вам покончилось, товарищ. Но почему пчела жжет? Пчела жжет, жжет. А у нее, а можно хоть что-то ей делать? Чем? А, нет, можно, если у тебя было. Как у нее хоть что-то делать? У нее же голова нет. Нет, чё? Ну как? Или можно по 100 раз. О, он видал, что-то вытворяет? Я же тебе говорю, может вообще налететь, зафигачить, как замену душу. Короче, это будет медленно, но... Нормально это. Медленно, но хорошо. Или можно быстро и убивать по 100 раз. Прям хэдшот. Один чёртов удар, ес! Прям красавчик, красавчик, красавчик. Ну это точно надо поставить лайк за это. Эпично. Ну не то чтобы эпично. А где босс? Босс направо полез. Это битва проигранная, Кацуэ. Почему это упоряд? Почему ты так быстро? Ну, тут смысл в том, что типа крепость пала. Вместо наших звонов, наших колоколов, я слышу тишину. Видать, скоро мы тоже пойдем. Типа колоколы, вот эти здоровенные металлические, вот он, да? Они отгоняли духов. А тебе не работают. Не работают, потому что оторваны эти палки, которыми их надо толкать. Босс на крыше? Да босс не на крыше. Ты сказал на крыше? Босс в верхнем секторе, а не на крыше. Ну, ты сказал на крыше, ну ладно, как сказать.
Нормально, там еще вот так. Там еще вообще черепашка ниндзя. Черепашка ниндзя, как работает вообще за ней? Черепашки с ней! Черепашки ниндзя с нами! Она все работала, все. Ну, прям базукой. Ты очень много болтаешь. Но музыка здесь, конечно, нет слов. Блин, свечей призывателя ни одной. Как мы быстро на память свечи призывать? Лестницу спустить не смогли. О, да. Опять через мое колесо. Нет, ну на колесо нет, все. Он одноразовый. Алиуэ, хотя бы какое-то преимущество. Да ничего. Колесо тебе даже не надо. Ну, жить с копьем, я тебе говорю, он вообще просто из разряда совершенно неадекватно. Он есть в первой части Нео, кстати. Как босс. Так, что еще вам сказать, какой-то лишний? Короче... Надо спускать и все. Но его не спустить, пока этого товарища не надо, потому что... Проход закрыт. И там... спринтом. Хочу сделать побыстренько. Не, не хочу побыстренько. Я заму дома сдавать все стрелы на лёд. Вот если... Вот на экране так только выглядит. Нормально. Пукает! Слышь, пукает! Нельзя это людям показывать. Какашки не кидает он. Почему у него хвост изомит? Да опять пукает она. Бей. Почему он желтый? Ну, он там типа говорит, что я не могу поднять руку на своего военачальника. Тролливали. Ой, интересно, куда это ведет? В ту закрытую дверь, получается. Что спускать? Да и хрен с ним. Ты прям так легко согласился. А что тут терять-то? 146 тысяч очков. Фигня. Это вот эта закрытая дверь была. Интересно себе. Ну что такое? Она в любом случае сюда нужна. Почему? А? Почему сюда нужно? Почему? Как мы наверх поднялись? Вот так. Так же, как и спустились. Странно, второй раз скелет здесь не появляется. Ну, в общем, короче, в этой игре очень странные скрипты. То они работают, то они не работают. Кстати, у нас один раз было, что мы прошли битву, и нам пришлось второй раз биться. Да. А так не должно быть. Потому что один в первый раз мы убили, смотри, это, за этой фигней, убили несколько противников. И все. И все. Можно походить. А потом случился баг, что опять надо их, этих противников убивать. Если что, вот такие баги есть в игре. Баги это вот эти чуваки. Они, у них выносливость вообще не поддается никаким законам физики. Ну, скелет. О, что-то нехорошо. Это туман, походу. Нет. Нет, это от него. А? Что это? Классный амулетом. Вот это? Нет. Это огонек. Вот скажите. Тихо. А, что? А это я здесь не убивал, кстати. Здесь есть такая фигня. Вот логично будет еще делать. Надо каких-то шоу, мы убьем по-взрослому. Что-то звук я сначала пойти, где не так. Я подумал, что это голова с таким же. Слава богу, это не он.
помощник, ну хотя бы один. Первый. Первый за уровень. Куда все-то делись? Ну, пошли, походу. Куда? На дискотеку и аутбан. Госпожа Уичи, неужели ты потеряешь мужа во второй раз? Блин. Мне кажется, мы когда его пропустили? Десять кадамов, да там промежуточный босс уже будет. Мне кажется, здесь три кадама, а у нас еще два. Мне кажется, мы пропустили. И где босс? Босс? Маленькая локация, как всегда, да? Ты достал, да? О, там стрелок. Этот мужик нам каждый раз будет мешать идти и босс. Да. И так. А кто хотя бы босс? Ладно, не спирили. Сами увидите. Все, кончились твои палки. Ну что, если мы не спирили. Хочешь бежать, значит заслуживаешь смерти. Суровый вообще просто. Господин суровый. Я это по твоему лицу вижу. Так. Если добавить кадру твоего лица, это было очень смешнее. Там этот пассажир. Босс, да? Там вниз. Как всегда, в маленький локации. Да, это не любит. Зажать в рамке. Вот, видишь, мы открыли срез. Мне кажется, никто не любил босса на лёгке. Но это постер жопа какая-то. Почему жопа? Потому что там маленькая локация. Ну, да. Очень маленькая. Очень маленькая. И здоровенный босс на всю локацию. Слушай, а пожалуй, монаха Крисота можно использовать. Далый, это кадам. Сколько у тебя предметов? 495. Тебе надо срочно удаляться. Да ничего не надо удалять. У тебя 494 оружия. Ну, отлично, 493. Ну, тебе... Через 15. Я забыл. А что, на уровень хватит? Да. Через... Жизнь не качаем. Через так. 15 штук у тебя уже инвентарь. А что у нас... Что у нас с кадамами вообще? 3! Из 7. Ну, короче, мы пропустили. Куча. Так. Походу. Товарищи. Зачем ты это делаешь? Я делаю так, как мне удобно. Можно так. Он будет призываться долго. Не знаю. Ну, пока он делает это, даю вам фичу, качайте магию. Потому что из заклинания там мужик полжизни боссу снял заклинание одно. Лучше качайте магию. Вот она. Ты со мной согласен, папа? Весьма ударной волны. Вон уже гость идет. Ну, папа, ты со мной согласен? Да, погнали. Магиор Щедрот! Он тебе лайк дал. Вы тоже, походу, надо поставить вам лайк. Дядя непростой. Он суровый такой, дядька. Здорово, мужик. Это баба. Ну, она обезвается. Играет же мужик или баба. Я не знаю, кто играет сейчас. Да наплевать. Самое главное, что мы сейчас должны боссу, на во-первых, дать лющей или нам даст лющей. Не убивай, твой. Давай. Такой хитренький. Зомби-апокалипсис отлично состоишь. Мне он нафиг не нужен. Быстро! Маленькая локация. Товарищ с мечом прыгает, как ужаленный. Да, люди в локацию показать, да? Смотрите. Я помолчу. Ты переводи пост. Ну, только по-русски будет. Я знаю, я служу господину Докетиру. Это он? А теперь, увы, тебя ждет смерть. Он предал нас! Да, он кого больше предал. Все, капец, босс.
Именно мужик. Я никогда не люблю мужиков. Потому что они всегда быстрые. Много отдали. Совсем неплохо. Я буду вам говорить, что он говорит. Чтобы вы успевали за это меня успевать. Я так понял, что он не последний. Я слышал, что с тобой справиться нелегко. Видать, мне до тебя как до луны. Такова уже участь самурая, отдать жизнь за господина. Я потерял поражение, должен поступить так, как требует честь, разве нет? Такую повторяй. Ну и хрен с тобой. Так. Ты только волнуйся. А помощник не ушел? Помощники не ушли. Это значит, что второй был рядом. А, извините. Вот они, пойдем на тусу, чтоб нам вещать не дали. Блин, походу здоровый босс был. Мы с тобой босса не видели. Просто у нас игра глюканула с приставки, и пришлось с самого начала все походить. И вот здесь мы закончили. И следующего босса мы вообще не делаем. Мне кажется, он создан. Издавание. Ну чё ты, блядь? Откуда я знаю? Ладно, когда пойдем умереть, посмотрим его поближе всех боссов. Ну что, мне самому даже интересно. Ой, там туман. Вот там босс. Там не босс. Нет, там... Там брод. Я чувствую, что госпожи Уитти уже где-то в близости. Но здесь есть что-то, еще что очень крупное. Соблюдай осторожность. Очень крупное? Это а босс какой-то, говорит. Там стрелочка. У нас есть припасы на зиму. Как это хорошая шутка, да? Припасы на зиму. Это что-то плохое у нас времечко. Такое приятное. Нормально все. Мы просто не знали, что там есть. Вот и все. Надо было просто подготовиться. А ты, как всегда, их подготовился? Ну, конечно. Откуда же я знал, что там будет такая балалайка? Так. Берем все, что есть. И идем таваном на всех. Чашечка. Хорошо было раньше, что чашки почувствовать. Ты сказал, что они у тебя много. Блин, ну мы же много кого призывали. Вот что здесь походу. Так.
Во-первых, здесь темно для начала. Во-первых, здесь... Во-вторых, здесь внизу моноколесо. В-третьих, вон наверху корёк тусуется. Кто такой? Жень. Простите, извините, какие у нас плохие. Бабилия. Корёк это без маски только. Плюс тут смотри, какая лесенка. Здесь в принципе другого варианта не может быть. То есть я бы в любом случае бы упал. Смотри, а как он меня сейчас отбежит? Ну-ка. Он типа упадет вниз и залезет по лестнице, да? Мне кажется, на этом заказ, потому что у нас истекает время. Ладно, давайте прощаться. Всем пока. И пока.